Всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня у нас очень вкусные говяжьи котлетки. Посмотрите на эту красоту. 150 грамм говяжьего фарша, 50 грамм овсянки. У меня быстрое приготовление. Я добавила 150 грамм кипятка и немножко дала постоять. Зелень, укроп и петрушка, соль, специи, копченая паприка, душистый перец, просто перец. И половинка луковички, потертая на самой мелкой терке. Так, самое главное, яйца мы сегодня добавлять не будем. Самое главное в котлетах, это хорошо выбить фарш. Этим мы сейчас с вами и займемся. При такой технологии фарш как будто меняет свою структуру. И получается что-то совсем новое и интересное. Уже пошел запах. Так сильно камера моя трясется. Будем пробовать так на весу. Конечно, это надо сделать об стол, но немножко, так как камера стоит у меня на столе, будем пытаться с вами сделать так. Запах копченой паприки, свежего лучка. Уже пошел. Нам надо очень хорошо выбить нашу массу. Я попробую сделать это на весу, но лучше это делать об стол. Плиту я уже включила. Смотрите на эту красоту. Формируем наши котлетки и панируем в муке. Так, немножко увеличиваем огонь. Наши котлетки обжариваются. Убираем все лишнее.
подвинем это все. Запах просто не передать словами. Специи сейчас начинают раскрываться. Я добавила немножко огонь, нам надо достичь корочки. Переворачиваем. Так, корочка у нас, видите, уже появляется. Уменьшаем огонь и накрываем крышкой. Ждем 2-3 минутки. На нашу красоту. Продолжаем обжаривать. На этом этапе можно добавить томатный соус, можно добавить сметану, смешанную с томат-соусом, или сливки. Но у нас сегодня самые простые котлетки с овсянкой. Посмотрите, какая это красота. Сочные, нежные, ароматные. Овсянка дает такую влажность, такую сочность котлеткам, что это очень вкусно. Ждем еще пару минут. Так, через 2 минутки наши котлеты будут готовы. Это вкусно, это просто. Делаем салатик и снимаем пробу.
Подписывайтесь на мой канал. У меня много интересного, нового и нового старого. То, что мы готовили раньше, теперь готовим по-другому, с добавлением. Время идет вперед, поэтому я свои старые рецепты тоже добавляю, что-то убираю. Овсянка великолепно держит котлеты без добавления яиц. У нас получились великолепные котлетки. Сегодня мы с вами еще приготовим самые вкусные морковные котлеты. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить все мои новые видео. Так, я думаю, наши котлетки готовы. Я их оставляю постоять под крышечкой еще пару минут. И можно будет снимать пробу. Хотела вам одну разломать. Смотрите, какие они сочные и ароматные. Ну, еще немножко надо дойти. Котлетка. Говяжий фарш еще немножко не готов. Ждем. Ну, вы увидели, какие они сочные, ароматные. Ждем до полной готовности мяса. Насколько сочная котлетка, что она, видите, очень сочная и ароматная. Сейчас я сниму пробу и тогда вам расскажу. Котлетки очень вкусные. До такой степени они сочные. Смотрите, какие они ароматные. Все, наши котлетки готовы. Выключаем плиту и даем немножко еще постоять. Приятного аппетита!